Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, стаканчик Бульбазавр, King on Fire, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в очень классную игру Garry's Mod на карте FNAF, которая вышла вчера. Если все пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас режим аниматроники пугают охранника. Бульбазавр сегодня у нас будет аниматроником. Пацаны, заходите вовнутрь. На этой карте есть интерактивные кнопки, с помощью которых... Я могу убивать людей. А ну давай проверим, дверь мочит людей или нет. Нажимай. Дверь не убивает. Ну было бы прикольно, если бы убивала, конечно. Заходи, Балди. Так, он уже стоит. Ну что, вы не видите? Вот ты молодец, вовремя закрыл. Смотри, уже с этой стороны другой аниматроник пришел. Прикольно, молодец. Очень антуражно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Давайте добьем до ляма. Реально, осталось 54 тысячи. Не так уж это и много. Недавно было... Миллион надо было. Осталось 54к. Мне кажется, это очень мало. Что такое 54 тысячи? Это 54 дня. И у меня будет миллион кнопок золотых. Пацаны, он где-то пропал. Его не вижу. У нас нет энергии совсем. И никак не понять, сколько ее. Ну, наверное, тут бесконечная энергия. О, пришел. Это уже, смотрите, пацаны, заглюченный аниматроник. Его немножко подглючивает. Надо на своем канале больше снимать прохождение. Все пишут, прохождение пили по ФНАФу. Так что, ребята, будем пилить. Где он пропал? Ссыте, да? Я тоже. Ха-ха-ха, даже дверь не дает открыть. Вот он стоит, я его вижу. Красава, открывайте дверь, да, пусть проветрится. Наблюдай, наблюдай за ним. Ушел. Блин, я завтыкал, я успел. Я не успел. Ну все. Пацаны, это мой косяк. Но я не ждал, что я думал, с другой стороны побежит. Обманул, да, нас Бульбазавр? А, я специально побежал. Хитрый жук, молодец. Красавчик, нежданчик. Так, отлично, мы застряли. Заходите. На этой карте есть очень прикольная фоновая музыка. О, той Чика пришла. Очень красивая. Давайте подрубим свечение. Очень прикольно со свечением. Во. Прям вообще круто. А, открывай двери тебе. Заходи. Отлично. Вечно ты в туалет ходишь. Каждые 5 секунд. Я его не вижу, пацаны. Сейчас я еще позаглядываю. Пришел. А, думал, мы двери откроем? Не-не-не, мы уже на это не видимся. Страшно, я боюсь. Не бойся. Я так 100 раз сделал. Я слышу его. Реально слышу. Вот он, вот он. Балун бой пришел. Энергию хочет украсть. Hi. Давай фонарик включу. Че, не жгет там морду, не? Hi. Так, пошел, пошел, пацаны. Внимательно смотрите. А ну понажимай, Бульбазавр, снаружи открывается дверь или нет? Нет, нельзя, разработчик красава. Потому что на карте FNAF всем глупо сделано, что можно снаружи открыть. Не открывайте, не открывайте. Это уже злой пришел. Дурак что ли? Испугал меня. Такая тишина. Все трупейшины лежат. Эй, как нам вовнутрь попасть? Двери закрыты. Открывай двери нам. Успел. Он прям рядышком уходит. Немножко сыкотно. Ну чё, ты где? Вот он, с этой стороны. Идет. О, Фокси пришел. Прикольно. Оптимизирована, да, карта? У вас вообще, пацаны, не лагает? Не лагает, даже задержки нету. Вообще круто. Я ее добавлю в коллекцию.
Так что коллекцию вообще есть ссылки, и с нами пообщаться вы можете в Дискорде. Ссылочка в описании. Красиво пропиарил, как всегда. Ребята, в Дискорде 25 тысяч человек, представляете же? Так что давайте, будет 25 тысяч и один. Правой стороны, ребят. С правой? Смотрим. Слышишь? Нет. Стучит кто-то, да? Да. Ты там этот, не ломай нам калитку. Ой, смотрите, пацаны, что я могу сделать. Только я немножко не так сел. Я отдыхаю. Дима. Вот давайте вот так сяду. Да иди туда же, куда я сейчас смотрю. Подожди, тут сюжетка есть? Давайте посмотрим, что будет. Я на телефоне посижу. Я маленького этого. Без штрапа могу проходить сквозь двери. Хочешь прыг? Давайте посмотрим, может сюжетка запустится, мы и не знали. Ушел. Слышь, успокойся, псих. Димас, я все равно пройду. Во, я поломал телефон. Так, что-то будет. А ты поломал? Слышь, все, выходи. Ты нас пугаешь. Альт-Е, нажми, на туалет сядешь. Куда я покажу как. Зажимаешь Alt и ешь, и жмешь Е. Смотри. А не, что-то я сажусь не туда. Кто-то энергию отключил нам. Ого, как темно стало. Смотри, трендит, трендит. Слышь? А чё, двери не работают? Тут двери отключи... Офигеть. Прикольная карта, как я и хотел. Что можно нажать двери, и все, и никак не закрыть их. Ой, ой-ой-ой. Я хотел кнопку нажать. Нажимай кнопку. Я пока добрый. Чё ж ты кнопку не нажал-то? Когда я приду в ваш офис, я начну вас пить. Отлично! Я запустил. Кнопку нажимай. Балди, не загораживай. Ха-ха, я упал. Отлично, все, в офис, пацаны, все. Бежим, бежим, бежим. Так, карта сбылась, моя мечта есть. Может кто-то сделал или увидел ролик? Потому что реально круто сделано. Слышь, ты что там делаешь? Это наш офис, выходи. Выходи! Ах ты хитрый жук. Ой, я вспомнил. О, тут туалеты есть. Меня разозлили. Кто тебя это разозлил? Мы тебя вообще и пальцем не трогали. А, да. Опа. Я, короче, пацаны, этот, в раковине жопу мою. Не понял. Сейчас зайдешь и увидишь, только не убивай сразу. Прикольно. Главное что, задурить голову и слинять. Да. Пацаны, откройте быстрее дверь. Балди, я сзади. Успел, успел. Блин, аж сердце чуть не встало. Я тебя обманул. Мы затащили. Побежал, побежал, побежал с этой стороны. Че, давай, выключай нам энергию и мочи нас, или у тебя не получится. Прикольно сделали. А двери не открывай. Балди, не открывай двери, пусть будут закрыты. А, двери-то закрыты у нас. И свет у нас тут горит. У нас по... Опа, глаза черные, смотрите. И че? Ничего. Пошел, пошел, пошел. Пока мы двери не откроем... Они будут закрыты. Очень круто сделано. Чё ты смотришь, глаза стой. Он на эту сторону пошел. Там где-то наш челик живет. Не откроем мы тебе, потому что дверь потом не закроется. Попробуем. Ой, я хотел кнопку нажать. О, работают двери. У нас двери-то работают. Опа, опа, с этой стороны пришел. Я сейчас так сильно испугался. Я самый боюсь его, он красно отыгрывает РПшку, молодец. На тебя по животу.
Я такой смотрю в дверь, и такой в лицо Фредди такой, hello. Он там в углу стоит. Ушел. Красавчик. У нас тут стиральная машинка и туалет. Посижу, отдохну. Очень темно у нас тут в офисе. Добрый день. Ой, а кто дверь открыл? А что, дверь теперь не работает у нас? Ну-ка. Пацаны закрыли случайно. Опа, запустили электричество, молодцы. Это я сделал. Красава. Так. Сейчас мы кинем ему красную... Ах ты, за Фокси нас убил. Я сейчас возьму аннигиляторную пушку, тебя убьет. Давай. Ты не веришь мне? Сейчас, 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 сейчас. Я чистил всю карту и все пропы. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.